Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». 24 новых автобусных маршрута запустят в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, таким образом транспортная доступность должна улучшиться для более 700 тысяч жителей области. В пресс-службе рассказали, что в 2019 году было открыто 19 новых автобусных маршрутов. На данный момент они работают в Одинцово, Домодедово, Мытищах, а также в Ступино и Рошале. Отметим, что пассажиров обслуживают 38 автобусов среднего и малого классов, 7 из которых работают по нерегулируемым тарифам с предоставлением льгот. На этом пока все, а еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!